Сказал, да, это полезный идиот, да, то есть вот про Ильдара Имагулова. Ильдар Имагулов глуповат. Возможно, он разбирается в экологии, возможно, он разбирается там в проблемах каких-то местных. Но когда ты говоришь о своих, вот если ты разбираешься в чем-то, об этом нужно говорить, да, об этом ты можешь говорить свободно. Но когда ты не разбираешься в политике, когда ты не разбираешься в общественной деятельности, в общественно-политической деятельности, в том, что происходит в стране и в мире, и пытаешься туда лезть и об этом говорить, рассуждать, то ты выглядишь глупо. И вот в этой ситуации Ильдар Имагулов выглядит глупо. Для того, чтобы анализировать ситуацию, которая происходит сейчас в стране, в республике, в мире, давать оценку, характеристику, давать какие-то прогнозы, нужно иметь какую-то базу. Базу. Внутри, в голове имею в виду, да? Как у вас тогда может, вот и у остальных тоже, которые считают, что Салават Юлаев герой, но надо с Россией жить. Как у вас совмещается вот это вот в голове двойное самосознание? Как? Салават Юлаев воевал против империи, против царя. Это как сегодня? Смерть! Я бью! Насмерть! Напарил собака! Ассаляму алейкум! Ты мой брат, башкир. Я твой брат, башкир. Аваха. Отколь, молодец? Из шайтан-кудинской юрты. Салават Юлаев. Ты черт! Кого бьешь? Русского? Он наш. Мусульманин? Он наш. Салават, народ верит тебе. Верни башки. Сейчас самое время изгнать всех русских из нашей страны. Внуки будут о нас говорить. Да, внуки будут о нас говорить. Ага, понял, сам понял. Я понял, что ты ничего не понял.